Военные действия возобновились в Йемене на нескольких фронтах, несмотря на вступление в силу режима прекращения огня и мирные переговоры в Швейцарии. В ходе боев между верными президенту Абд-Мансуру Рабу-Хади силами и шиитскими мятежниками хауситами в провинциях Ибд-эль-Байда, Мариб-эль-Джауф и Таис погибли, по разным данным, от 20 до 40 человек. Среди жертв как хауситы, так и мирные граждане. Особо ожесточенные бои идут в провинциях Мариб и Таис, которые находятся на пути к столице Сани. Хауситы не признают резолюции ООН и его Совета Безопасности. Они нападают на жилые районы и наносят удары по мирным гражданам. Мы же просто защищаемся, говорит этот боец проправительственных сил. Переговоры по урегулированию конфликта в Йемене начались накануне в Швейцарии. Предполагается, что этот раунд диалога, в котором участвуют обе стороны, продлится до конца недели. В среду также стало известно, что правительство Йемена и хауситы договорились об обмене пленными.